Мы продолжаем с вами играть в Бенди и чернильную машину. Я знаю эту песню. Все знают эту песню. Кто ты? Почему ты здесь? Меня пригласил сюда старый друг. Но теперь не могу уйти. Тогда ты знаешь больше нас. Просто на самом деле даже не существуем. Мы просто мысли. И еще это место. Можешь сюда выпустить? Здесь внизу много странного. Как мы можем доверять тебе? Мы даже не знаем, кто ты. Меня зовут Генри. Я здесь работал. Я честно не знаю, как мое имя. Они зовут меня Алисой. Но я не ангел. Пойди отдохни. Может, поговорим позже. Только на несколько часов, не стоит волноваться, я уйду немного, всего до уровня 6. Никуда не уходи. Присмотри за Генри. Хорошо? Я скоро вернусь. Обещаю. Алиса ушла, оставив нас с Борисом. Ух ты, какой ты грозный. С топором. Угрожает нам еще. Генри? Вот, ты должно быть голоден. Прости, но это все, что у нас есть. Она ушла? Борис? Волчара. Давай, давай, иди, иди. Я тебя потом напинаю еще. Я знаю, что ты следишь за мной. Это просто немного странно. Это ты пишешь на стенах? Мы все пишем. Для потерянных душ это единственный способ быть услышанными. Но не стоит долго касаться. Они могут забрать тебя. Так я встретила Тома. Он был там. Почему ты зовешь его Том? Он просто отзывается на Том. Но не думаю, что я ему сильно нравлюсь. Разреши мне показать тебе кое-что. Когда я изучала другие уровни, я заметила кое-что. Она была везде. Это были послания. Они везде. Прямо на виду. Но их так просто не увидишь. Не по всей студии. Они вы так простым глазом их не увидишь. Только через это. Посмотри. Я долго шла по ним. И куда они ведут? В никуда. Я долгое время шла за ними, только ходила кругами. Я думаю, я не смогу покинуть это место, Генри. Но, может, ты сможешь? Алис, выпусти меня отсюда. Том считает, что ты опасен. А что ты думаешь? Я думаю... Ты та надежда, которую мы все ждали. Иди поспи. Может, завтра будет лучше. Нифига себе. Алиса нам доверяет, а Борис нет. Мы будем его называть Борисом. Это Том, но это Борис. Это было реально глупо, Том. Тебе не стоило ходить туда. Он видел тебя. Это только дело времени. Скоро он придет сюда. Что она делает? Ладно. Мы не можем просто оставить его. Чернильный демон за дверью. Что происходит?
Он пришел. Надо убираться отсюда. Том, мы не можем оставить его здесь. Давай, ты сможешь. Нет? Мне очень жаль. Итак, народ, нам надо выбраться отсюда теперь. Эти ребята ушли. Мы здесь находим трубу Гент. Разбиваем досочки, разбиваем досочки. Бьем мы доски, бьем, бьем. И уходим отсюда. Вот так вот. Все. Ушли, ушли, ушли. Мы уходим. Все нормально. О, он даже нас задеть не смог. Ха. Лол. Все, мы ушли, народ, ушли мы ушли. Запустить баржу. Ой, надо же, наверное, еще раз дернуть на рычаг, да? Еще раз дернуть. Чернильная река. Там, наверное, сейчас тоже кто-то... Тут тоже должна быть какая-то подстава, скорее всего. Оу! Да, мы наконец-то с вами доплыли до сюда. Вот. Это было очень долгое путешествие. Не монстр. Это тут какой-нибудь монстр. Ой! Предали, бросили. Сами? Я верю вам. Почему? Почему? Нет, не смотри, не держись подальше. Что-то не сказал. А, вот ты сказал. Я хочу маску здесь найти. Я ничего не здесь? Да, вот она, масочка. Мы можем его поднять? Не можем. Давайте подойдем к себе задом. Опа, он нас развернул к себе. А, вы солгали мне. Вы сказали, что освободите меня. Ну, что ж, я сейчас освобожу тебя. Освобожу голову с твоих плеч. Овечка, овечка, овечка. Пора спать. Ай! Пожалуйста, не надо. Нет, не надо, пожалуйста. А, ха-ха, спасибо. Какой ты хороший. Это было близко. Тебе повезло, что мы были неподалеку. Это был он? Я не... Ой, а маска осталась. Я не думаю. Это место построили искатели потерянных. Сэмми долгое время держал их на расстоянии. Теперь они на свободе. Будь готов к драке. Готовься. А вот и они. Ты мой хороший. Она делает все равно было. Ой. Чтоб не больше вас. Я убью больше, чем вы все. Ага, потому что я в кругу левый. Вы просто любите себя снимать. Иуда. Давай. Ой. Только сказала, я не умру. Я умерла. Но это похвасталось. Блин, капец. Вообще, весело живу. Очень весело. Мы вернулись. О, попас много.
давай. Иди сюда. Иди сюда. Он мне на всех хватит. О, там вот эти вот одноглазики ползут. Ой, меня опять убили. Прикиньте, сказала, я ни разу не умру. Я уже второй раз умираю, блин. Окей. Это моя карма. Это моя судьба. А чё на меня-то все? Чё все? Где на меня? Ой, тихо. Не надо ко мне сзади. Ай. А ты не думал, что сзади, кстати, кто-то мог? Ах ты. Всё хорошо? Ой, вот эти ребята, они мне вообще... Вот так. Мы смогли. Давай. Сюда. Иди сюда. Ловите ему подачу. Ой, ты что-то сделал? А что-то нету? Вон на меня все. Помогите. Все на меня согрелись. Несправедливо. Очень несправедливо. У нас все по-честному, все хорошо. Что-то все на меня бьют. I never know where they're gonna crawl out of next. Probably best if we stay together from now on. Думаю, нам стоит держаться вместе. Henry? Генри? Ты покажешь дорогу? С удовольствием. Да? Ломаем досочки и идем за мной, девочки. Ой! Генри! Генри упал. Вот и следующее задание. Здесь нам надо найти недостающие трубы. Да. Сохраняться. Нам нужно вот такая вот трубина тут сейчас. Ой, ребята, опять. Надо стараться не попытаться на него. Ну, тут будет быстро. Вначале. Это мой стол. Так много времени прошло сидеть за этим столом. Бэс. Конец. Вот он, конец. Мы сражаемся с вами с Бенди. Это самый эпичнейший финал. Офигеть, у него руки огромные. Он слишком долго был одинок, ребят. Оу, он стал настоящим демоном с маленькими ножками. Ай. И что теперь, народ? Нам нужны рычаги.
Стреляю на него. Он меня реально зашит. Вот он конец, народ. Вот он конец.
Привет, бандит. Оу. Смотри, что там. Конец. Конец. Да. О, Бенди, Бенди, нет. Бенди. Конец, ты увидел свой. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты все, Бенди. Народ, мы в доме у Джоуи. Здесь всякие письма. Вот от Уолли, Фрэнка. Здесь комикс какой-то. Народ, это же то, что происходило с нами в игре. Офигеть. Только здесь только тут Бенди ломает эту бобину. Ну ладно, пойдемте. Генри! Уже! Я не ожидала увидеть тебя так рано. Ты просто пытаешься удивить меня. Я знаю, знаю. У тебя есть вопросы. Что? Самый главный вопрос – это... Кто мы, Генри? Я думаю, я знаю, кто я такой. Но успех... Ничего не осталось, кроме страниц. В конце концов, мы пошли по разным путям. Ты, любящая семья. Я, нечестная империя. И моя дорогая закончилась. Это стало моей жизнью. О, там третье число на календаре. Pushing me to do the right thing. You should have pushed a little harder. Henry, Генри, come visit the old возвращайся workshop. В старую мастерскую. There's something I need to show я you. Хочу кое-что тебе показать. All right, Joey. Итак, Джоуи, I'm here. Я здесь. Let's see if we can find what you wanted me to see. Что-то показать мне? Воу! Мы вернулись, народ, с вами в самое начало? Офигеть, вот это концовка. Я не ожидала такого, если честно. О, вот Бенди тут показывается. Вене Зенитли, создатель игры. Сэм Лоуренс. Да, вон он. Череп какой-то. Алиса, это тоже Сьюзи Кэмпбелл. Вот Алисон Пендл, типа вот Алиса. Борис. И вот второй Борис. О, прожекторист. Зверский Бенди. Здесь написано все создатели. И все, кто это делал. Картонка Бенди? Прикольно. Да, вот такой вот конец. Бенди и чернильная машина. Оу. Это еще не конец, что? Вау, фотка. Tell me another one, Uncle Joey. Расскажи мне еще сказку дяди Джоуи. Получается, то, что происходило с нами в игре. Это типа сказка для ребенка? Ладно. Видимо, я чего-то не понимаю. Капец. А, вот тут титры, типа, Уолли. Типа, кто тут помогал? Аудио, 3D. Здесь все эти эффекты кто-то помогал делать. Офигеть. Вот это вот такая вот игрушка. Бенди чернильная машина. Вот такая вот, да, эта игра у нас. Очень классная. Мы ее с вами, народ, всю прошли. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока-пока.